Это медуза. Мы посылаем вам сигнал. Сигнал ⁇ это медиа от создателей медузы. Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о горизонтальных связях и их значении в обществе. Вы наверняка знаете теорию шести рукопожатий. Ее разработали ученые после эксперимента ⁇ Тесен мир ⁇ Американцев просили через друзей передать письмо в отдаленный город и считали, через сколько рук оно пройдет. Эксперимент завершился в 1967 году, но кажется, он до сих пор лучше всего описывает феномен горизонтальных связей. Цепочки знакомых, друзей и соратников могут не только передать письмо, но и решать куда более серьезные задачи. Скажем, благодаря горизонтальной коммуникации украинцы организуют гуманитарную помощь для армии и мирных жителей. Или, например, в США солидарность по всей стране породила самое известное протестное движение последних лет ⁇ Black Lives Matter. В России тоже есть горизонтальные организации, но многие из них не нравятся государству. В Кремле хотели бы, чтобы все, кто не согласен с их политикой, чувствовали себя одинокими. Они запрещают независимым журналистам продавать рекламу, признают неподцензурные СМИ нежелательными, а большие НКО – иноагентами. Это нужно, чтобы помешать людям объединяться, узнавать правдивые новости и проявлять солидарность. Сегодняшнее письмо о том, почему в Кремле так боятся горизонтальных связей и что они могут изменить в России. Подробнее о горизонтальных связях будем говорить через минуту, а сейчас информация от издательства «Медузы». У нас вышла еще одна художественная книга. Это автобиографический роман украинской писательницы Жени Бережной «Не о войне». 24 февраля 2022 года украинка Женя Бережная проснулась от звонка родных из Харькова. Началась война. Привычная жизнь в любимом Киеве, где Женя писала сказки для взрослых, преподавала и вела подкасты о литературе, закончилась. Сирены и ночевки в подвалах, эвакуация, беженство, потеря близкого человека, попытки собрать себя заново в новой стране – все это описано в автобиографическом романе «Бережной». Эта книга и правда не о войне. Она об опыте преодоления травмы, о том, как благодаря творчеству и поддержке неравнодушных людей в страшной реальности находится место свободе, любви и надежде. Купить книгу Жени Бережной «Не о войне» можно по ссылке в описании. Долгое время считалось, что в основе эффективной работы любого сообщества, частной компании, политической партии или государства лежит модель власти и подчинения. Один из теоретиков такого подхода, немецкий социолог Макс Вебер, считал, что управление в сообществе тем лучше, чем жестче формальная структура, разделение труда и имперсонализация. Получается такой идеальный бюрократический мир, где у каждого есть своя фиксированная должность, свой начальник и подчиненные, и все виды взаимодействий прописаны в каком-нибудь своде правил. Из логики вертикальных связей проистекает даже современное западное понимание демократии. Народ, конечно, выбирает свою власть, но затем должен подчиняться принимаемым законам и решениям избранных политиков. Однако после Второй мировой войны на Западе стали фиксировать рост мобильности в обществе. Благодаря более доступному образованию и развитию новых средств коммуникации, люди чаще меняли свой социальный статус, а еще заводили больше друзей и не полагались на газеты как на единственный источник информации. Жесткая иерархия стала все чаще давать сбои. Скажем, работники начали полагаться на более гибкие и человечные формы взаимодействия друг с другом, избегая поставленных свыше управленцев. Это ускорило внедрение инноваций, повысило удовлетворенность и вовлеченность работников в трудовой процесс, а также их лояльность организации. Новый феномен назвали сетевой бюрократией или теми самыми горизонтальными связями. К концу века термин мигрировал в сферу политической науки. Исследователи предположили, что в мире появился новый тип общественного уклада, и политикам придется к нему адаптироваться. В горизонтальном государстве вместо единства большой нации на первый план вышло доверие и взаимопомощь между членами небольших локальных сообществ. С помощью теории горизонтальных связей исследователи пытаются объяснить социально-экономические успехи или неудачи отдельных стран. Дружеские, семейные отношения, общение между коллегами формируют у людей чувство принадлежности и солидарности. Неформальные организации по интересам эффективнее информируют людей о социальных проблемах и мобилизуют сторонников для их решения. Горизонтальные организации очень эффективны в ходе политической агитации. Люди склонны доверять своим знакомым больше, чем партийным функционерам. Считается, что горизонтальные связи формируют гражданское общество то есть культуру активного участия в делах страны, когда люди ежедневно выражают политическую позицию через небольшие действия. Скажем, локальные горизонтальные инициативы меняют системы городского планирования и транспорта и помогают одновременно и экономике, и экологии. Горизонтальные структуры чаще всего появляются в городских сообществах просто в силу плотности населения. Но с развитием социальных сетей ситуация меняется. В последние годы все чаще пишут о роли онлайн-комьюнити в социальной жизни сообществ, живущих вдали от больших поселений. В России есть горизонтальное общество. Конечно, после распада Советского Союза российское общество переживало кризис доверия. Многие привычные социальные структуры разрушились. Экономический кризис привел к резкому снижению уровня жизни. Когда надо было ежедневно концентрироваться на личном выживании, радиус доверия среднего россиянина сократился до самых близких людей. С одной стороны, это породило неформальный сектор экономики, который помог людям пережить трудные времена. С другой стороны, россияне потеряли ощущение общих ценностей и применяли к друзьям и остальным соотечественникам разные нормы морали. В обществе преобладали так называемые закрытые или ограниченные формы социального капитала. Они препятствовали появлению в стране широких гражданских коалиций. Однако по мере стабилизации и прояснения новых правил общественной жизни стало возвращаться доверие к власти, а затем друг к другу. Появилась возможность самоорганизации. Скажем, в 2014 году социологи фиксировали в России рост числа дружеских и приятельских связей, скрепляющих общество. Параллельно росло желание россиян участвовать в благотворительности, в основном через личные денежные пожертвования. Этот рост продолжался и в 2018 году. Казалось, что вот-вот появятся те самые широкие коалиции. Однако уровень обобщенного доверия, то есть доверия миру вообще, а не конкретным людям, в стране оставался сравнительно низким, а с 2016 и вовсе начал падать. Дело в том, что государство, на словах поощрявшее развитие горизонтальных связей, на деле стало активно препятствовать их формированию. Законы о нежелательных организациях и иностранных агентах фактически стигматизировали сектор независимых НКО и СМИ. На любые организации, не желавшие продавать свою лояльность, оказывалось публичное и непубличное давление. Примерно с начала десятых годов в обществе сформировалась такая тенденция. Чем выше у россиян межличностное доверие, тем более критично они воспринимают институты власти. Они все меньше готовы мириться с изъянами в работе судов, парламента, партий, полиции, систем образования и здравоохранения. Развитие горизонтальных связей порождает плюрализм. В демократическом государстве сильная профессиональная, этническая или местная идентичность поддерживает народовластие. Люди приоритизируют свои локальные интересы, и власти приходится это учитывать. Персоналистские автократии редко могут похвастаться эффективной работой институтов власти. Поэтому они упирают на штампы вроде национальных интересов или исторической судьбы. Помните, как в начале полномасштабного вторжения Валентина Матвиенко стыдила россиян, которые, цитата, «думали о своих сиюминутных проблемах, а не о безопасности России». Это была та самая манипуляция – отвержение горизонтальных идентичностей в угоду вертикальной. Еще в 2014 году социологи отмечали, что развитие гражданского активизма идет медленнее, чем могло бы – к 2021-му поддержка дальних и непохожих сограждан стала требовать больше усилий со стороны общества и отдельных его представителей. Вторжение в Украину и последовавшие за ним репрессии и военная цензура подорвали даже то доверие, что смогло вырасти за годы путинизма. Общественные организации и независимая инфраструктура и сами теперь нуждаются в помощи, как никогда раньше. На стабильно высоком уровне, судя по провластным соцопросам, остается лишь доверие к президенту. Но это, видимо, как раз потому, что глава государства воспринимается не как функциональный политический институт, а скорее как нечто сакральное. Доверие к нему имеет совсем другую природу, нежели доверие к мэру города или начальнику на работе. Горизонтальные связи однажды сделают Россию демократией? Многие возлагают на это большие надежды, но вообще-то совсем не факт. Путей возобновления демократии в авторитарных и тоталитарных странах, конечно, очень много. При счастливом стечении обстоятельств к народовластью может привести даже дворцовый переворот. А в довоенной России политологи любили говорить о спящих институтах, тоже, в общем-то, не горизонтальном способе построить демократию. Однако появлению широких протестных движений на основе обобщенного доверия и горизонтальных связей уделяется особенно много внимания. После распада советского блока в западных исследованиях даже было предположение, что более эффективного способа не существует. Подтверждение этому ученые находили и в успехах движения ⁇ Солидарность ⁇ в Польше, и в Чехословацкой бархатной революции, и в цветных революциях в Грузии, Украине и Кыргызстане. В России тоже стали возлагать большие надежды на такую демократизацию. В 2022 году исследователи посчитали, что среди всех сценариев смены режима у массовых протестов действительно самый высокий шанс добиться народовластия. Но дальше начинаются нюансы. Даже если общественное движение вынудят лидера автократа покинуть свой пост, режим демократизируется лишь в 42% случаев. К тому же, сами изменения, которых удалось добиться в ходе массовых демонстраций, могут оказаться неустойчивыми. Впрочем, крест на горизонтальных связях ставить все же не стоит. В конце концов, они могут иметь и совершенно иные функции. Скажем, они помогают иммигрантам и их согражданам, оставшимся в стране, не терять связи и общих идентичностей. Кроме того, развитие низовых общественных инициатив имеет психотерапевтический эффект. Они помогают жителям авторитарных государств обрести надежду на светлое будущее и бороться с последствиями государственного террора. Наконец, горизонтальные связи внутри общества могут просто работать иначе, не так, как того ожидают западные исследователи. Очень специфическую теорию российского гражданского общества в середине нулевых предложил социолог Симон Кордонский. Он считает, что в стране уже существуют сильные горизонтальные связи – землячество, соседство, родства, а еще этническая или конфессиональная принадлежности. Но вследствие репрессий российское гражданское общество не стремится к объединению в официальные и широкие структуры. По мнению Кордонского, горизонтальные связи в России существуют, чтобы добиваться своих целей и получать частную выгоду вопреки любым государственным нормам, правилам и законам. Для этого люди освоили очень специфические инструменты, такие, с которыми государство не захочет бороться. Скажем, недоверие институтам власти россияне компенсируют бытовой коррупцией, блатом и связями. Люди предпочитают искать работу, сотрудников или врача по знакомым, а не по публичным каналам. Довериться рекомендации знакомого проще, чем представить мир, функционирующий по прозрачным правилам. К похожим выводам приходят и другие ученые, исследующие неочевидную связь блата и модернизации в России – для демократизации эта логика выглядит контрпродуктивной, однако общество с подобными горизонтальными связями одинаково не заинтересовано в демократии, автократии и вообще любой форме государственного контроля. Причем Россия – не единственная страна с таким гражданским обществом. С конца прошлого века группа антропологов изучает так называемую «зомию» – территорию с населением в 100 миллионов человек, которая занимает окраины сразу нескольких государств в Юго-Восточной Азии – Китая, Вьетнама, Таиланда, Мьянмы и других, и на которой фактически нет никакого государства. Жители Зомии полагаются на те самые горизонтальные связи, Скажем, они сохраняют преимущественно устную культуру, никакое государство не может навязать им свою трактовку нации, исторической судьбы или иерархии, а люди, в свою очередь, не пытаются исправить существующее правительство, а полностью нивелируют их значимость. То есть делают так, что вроде бы государство и есть, но, в общем-то, его нет. И теорию Кордонского, и исследования, посвященные зомии, часто критикуют. Их даже называют не столько наукой, сколько постмодернистской интерпретацией реальности. Но возможно, что российские горизонтальные связи действительно не должны строить демократию или любую другую иерархию. Может быть, они призваны показать, что власти государства далеко не главные объединяющие нас вещи. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В 2018 году социологи назвали Россию страной победившего технооптимизма. Дело в том, что у россиян самый высокий уровень веры в технологии в Европе. Скажем, 42% граждан, вдвое больше, чем в Великобритании, уверены, что прогресс в ближайшей перспективе решит вообще все проблемы человечества. Ученые считают, что веры в технологии замещают в России доверие к власти. Так, 67% опрошенных, позитивно относящихся к идее роботов-судей, с подозрением относятся к нынешним государственным институтам. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ Info, собака, getSignal,.News ⁇